И о спорте. Дагестан начинает встречать чемпиона в Токио. Первым из триумфаторов Олимпиады домой вернулся Завур Угуев. Борец-вольник из Хасавюрта в японской столице стал лучшим в весе до 57 килограмм. На малой родине Угуеву устроили торжественный прием. Подробнее расскажет Курбан Рагимов. Заур Угуев наконец дома. Позади почти месяц тренировок во Владивостоке и жаркая во всех смыслах неделя в Токио. Золотую медаль на вкус пробует отец чемпиона Ризван Угуев. Именно ему спортсмен посвятил свою победу. Завтра же тренировки надо начать. До следующей Олимпиады 3 года. Сейчас спортсмена ждет заслуженный отдых, а пока приятные хлопоты, общение с прессой. В столице Японии дагестанский вольник провел 4 встречи. На старте Угуев выдал 2 драматичные схватки. Победы вырвал буквально на последних секундах. Самое сложное, я думаю, может, это была вся гонка. Я даже не ожидал, что вот, ну, у меня первые 2 встречи были такие самые тяжелые в моей карьере. Это очень неожиданно для меня. Я думаю, сказалось, гонка веса. В целом, я думаю, я хорошо поборолся. Самое главное – это результат. На выходе Угуева уже заждались сотни болельщиков. Встречают зажигательной лезгинкой. Здесь родственники и друзья, сельчане и одноклубники. Все они приехали в аэропорт, чтобы лично поздравить чемпиона и разделить с ним радость этой победы. Спасибо всем, баракалла. Еще что сказать? Обрадовал? Хорошо, спасибо. Всем наград разные пробы, 3 из которых золотые. Результат выступления дагестанских олимпийцев в Токио в Минспорта назвали выдающимся. Хочу поздравить и их, и других, и призеров, и чемпионов всех Олимпийских игр. Этих героев, которые принесли нам сегодня большую радость в наше нелегкое время. Каждую семью и радость, и переживания за них, за этих ребят, которые оправдали. Спасибо им огромное. Доказали, что Дагестан всегда на высоте, и можно на нас положиться в любое время. Болельщикам, чиновникам и журналистам еще не раз в эти дни придется приезжать в аэропорт. Известно, что уже завтра домой вернутся еще 2 борцов-вольников – Абдул-Рашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ.